Фрукты на завтрак, обед и ужин – такой рацион выбирают многие в жаркий сезон. Рынки превращаются в рай для сладкоежек. Замену конфетам и выпечке здесь можно найти на любой цвет и вкус. Большинство прилавков усыпаны белорусской клубникой, бобруйской, брестской и любанской. Минимальная цена за килограмм – 12 рублей. Второе место – у черешни. Сейчас идет сезон экзотики. Сейчас удар идет вот у покупателей именно на черешню. Нектарин, ну, черешня, конечно, сейчас пирожки. Черешня бомбическая, просто феерическая у меня. В Бобруйск ягоды привозят из Молдовы и Узбекистана. Самые дешевые обойдутся в 12,50. Варианты подороже доходят до 18 за кило. Рядом груши от 5 рублей. Персики по 12, инжирные по 17,50. Абрикосы 12,5. Зато грушевые яблоки можно приобрести всего за 3. Тут же виноград, апельсины, бананы. Однако лучше отдать предпочтение сезонным фруктам. Пока белорусские арбузы зреют на местных полях, здесь уже можно найти иранские. Средний вес 6-7 килограмм. Цена за один – 4 рубля. Такое обойдется в 25. О пользе фруктов и ягод спорить не стоит. Клубника полезна для зрения и памяти, богата антиоксидантами. Вещества уберегают организм от преждевременного старения. Черешня и вовсе содержит половину алфавита. Всего 100 грамм покрывают 20% суточной потребности в витамине С. Клетчатка помогает пищеварению, а калий укрепляет сердечную мышцу. В этом году успели что-то купить, попробовать? Черешню. Как? Ну, замечательно. После зимы особенно. Очень вкусно. А вообще много фруктов и ягод покупаете летом? Нет, а покупаем нет, у нас просто своя клубника скоро будет, поэтому ждем, пока своя созреет. Арбуз купил, клубнику купил, черешню покупаю, все покупаю. Яблоки свои растут, употребляю очень много и покупаю, чтобы дети кушали и мы кушали, чтобы были все здоровые. Самая лучшая ягода, я считаю, что это голубика, ну и земляника лесная, конечно. Персики покупаю, но только крымский персик. Клубника, черешня и абрикосы хороши в качестве перекуса, но стоит быть осторожными. Они содержат большое количество органических кислот, которые раздражают стенки желудка. Это может не только усилить аппетит, но и вызвать боль. Также не нужно забывать про сахар. Здесь он не менее вреден, чем в конфетах. Самое главное – соблюдать баланс. Все-таки лето – пора смузи и ягодных десертов. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.